расторопша, или, как ее еще называют, остропестра. Посмотрите, у нее какие листочки мощные, но все они защищены колючками. Вкусный салат, полезный, но просто нужно колючки обрезать. Это растение очень хорошо при заболеваниях печени. Можно использовать всю часть растения, но самый лучший результат получается, когда вот эти цветы отцветут и будут коробочки. В этих коробочках будут семена. Расторопша – очень полезное растение для всего организма, но в основном, конечно, его направленность идет на оздоровление печени. Легче, конечно, купить, но если вы можете вырастить на участке, как это сделали мы, то обратите внимание, как можно, как придумал мой супруг, чистить вот такую расторопшу. Чистить, конечно, не очень удобно, потому что, видите, очень колючие края. Вот супруг как-то приспособился и чистит. У них хорошие летучие такие приспособления, как парашютики, и легко рассеивается. Но вот обратите внимание, следующая корзиночка, как чистятся семена, и очень интересный метод избавления вот этих парашютиков. Сейчас увидите, я первый раз видела такое. Раз, и все готово. Семена расторопши готовы к перемалыванию. Посмотрите, чистые, очищенные полностью. Теперь только надо перемолоть на кофемолке, и можно применять 3 раза в день по 1 ложечке за 30 минут до еды. Очень хорошее средство для улучшения работы печени. Такое получилось у нас вещество, перемолотые зерна, и их и надо кушать. Вот перемолотая расторопша, готовая уже к употреблению.